До границы с Якутией льду на реке Лени осталось пройти 121 километр. Сейчас кромка находится у населенного пункта Визерной Иркутской области. Встречать паводок готовятся силы МЧС Республики. На днях они прибыли в Ленский район. Сегодня оперативная группа участвовала в селекторном совещании с федеральным ведомством. Кроме того, спасатели производят профилактические беседы с населением о мерах предосторожности в это время года. Тем временем в верховьях Алёкмы наблюдаются процессы разрушение льда. На реке Алдан отмечают подъем уровней воды, но лед пока стоит. Ледохода пока нет и на реке Вилюй. На завтра спланирован вылет оперативной группы для мониторинга гидрологической обстановки ледовой разведки на границу с Иркутской областью. Это поселок Витим и Передуй. Для мониторинга обстановки также будет обследовано верховье реки Нюя, где проходит в настоящее время, где в верховьях реки Нюя вскрылся ледоход и идет продвижение ледохода в сторону населенного пункта Ортанахара. В населенном пункте Ортанахара наблюдались на вчерашний день подвижки и подъем уровня воды незначительный. Поэтому оперативная группа, как я уже сказал, готова к выполнению задач для мониторинга и оказания помощи населению.